Ребят, здравствуйте. Я очень рад приветствовать вас на своем канале снова. Виновником данного видео будет один телефон. Вот он. Старый, древний Samsung Galaxy S2. Давным-давно он был куплен. Сейчас на данном телефоне отсутствует аккумулятор. Как он, падла, открывается? Отсутствует аккумулятор. И у меня была такая мысля, может быть, заказать на него аккумулятор. А чё, почему бы и нет? Ну, блин, вроде как старый Samsung. Даст Гарри, как говорится. Раньше уже были аппараты офигительные. Вот такой. Значит так. Но перед тем, как заказывать сюда аккумулятор, я подумал, блин, а неплохо бы. Раньше же были китайцы. Такие, кто помнит, с выдвижными антеннами, тут все дела с телевизорами, блин. И вот меня постигло... Не постигла, а такой вопросик возник. Не китаец ли вот это вот? Если это китаец, то нет смысла на него заказывать батарейку. А если не китаец, то имеет смысл заказать батарейку, как минимум для того, чтобы в коллекции был такой старый телефончик прикольный. Ничего, почему бы нет? А чтобы это проверить, его надо хотя бы запустить. А батарейки нету, его запустить. Соответственно, что надо? Нужен какой-нибудь лабораторный блок питания, чтобы его запустить. Идти куда-то в сервис, кому-то что-то платить, что-то отдавать. И плюс этот блок питания сам может когда-то понадобиться. Может быть, раз в пятилетку, но он понадобится. Блин, вот как, допустим, сейчас. Вот он понадобился, а, блин... И решил я собрать себе лабораторный блок питания по инструкции товарища, которого зовут, насколько я знаю... Насколько я не знаю, как его зовут. Настоящего имя я понятия не имею, как какое... У него, ну, канал у него называется Алекс Гайвер. Он собирает на этом канале, ну, собирал. Один из его видосов был, это маленький лабораторный блок питания. С помощью этого блока питания можно запустить вот этот вот Samsung. Компоненты все мне уже пришли. Что-то я заказывал с Алиэкспресса, что-то покупал здесь. Ну, в общем, все пришло. Сейчас буду собирать. Не знаю, насколько это все у меня получится, но буду надеяться, что все заведется, все заработает. Руки теоретически из правильного места растут. Вот такие дела. В общем, по компонентам сейчас покажу. Давайте переместимся на стол. Здесь у меня много всякого интересного, блин. Давай, погнали. Итак, мы переместились за мой стол. Немного пыльно, не обращайте внимания. А может, обращайте внимание, мне пофигу вообще. В общем, сердцем данного блока питания будет являться вот такая плата. Название ее, ну, посмотрите, ссылочку оставлю, как это все называется. У китайцев была заказана на Алиэкспрессе. Ссылку я оставлю на сайтик вот именно Алекс Гайвера, с которого я брал схему именно. И оттуда посмотрите, как это все будет работать. Посмотрим тоже. В общем, здесь есть вход, выход и два потенциометра. Вот они, оба потенциометра. Они их буду перепаивать, потому что регулировать данными потенциометрами напряжение и ток будет, ну, такое себе занятие. Первый компонент. Дальше у нас что идет? Самое основное, это вот один из основных, это вот питальник, который будет питать все это дело. Это американский блок питания от 110 вольт. От 100 вольт он до 240. На входе, то есть розетки, и на выходе он 19 вольт и 2.15 ампера. Фокус-покус, ага, вот так вот примерно. В этом блоке питания выгорел кондер. Был скачок напряжения и выгорел конденсатор. Конденсатор я купил вот такой. Вот такой. Вот такой конденсатор. Впаяю я его вот сюда. И будет блок питания рабочий. Ни один сервис почему-то не взялся делать. Говорят, ой, блин, нахрен, выкинь его. Ну, блин, что, я разобрал, а тут, оказывается, всего лишь один конденсатор вздулся.
лофт на 3 копейки. 80 рублей конденсатор, блин. Разобрал блок питания, сейчас запаяю. Все, красота будет. Так, это второй элемент. Так, здоровый, уже куда-нибудь убрать подальше. Так, это вот второй элемент. Далее, вот такие вот крабики. Что-то один куда это вылетел, маленькие. 5 рублей штука. Кстати, по поводу крабиков, хочу кое-что вам сказать. Есть такой магазин один, называется Чип и Дип. Идите в жопу, магазин Чип и Дип со своими ценами. Блин, что-то не так, засунул, теперь не вытаскивается. Ладно, хрен с ней, вытащу потом. Идите нахрен со своими ценами, блин. Со своими ублюдскими магазинами, блин, в которых заходишь. И, ну, это просто... Вот, а вот этот конденсатор я купил за 80 рублей в Родионе. В Чип и Дипе, блядь, 150 рублей. Ладно, хрен с ним. На их совести. Так уж и быть. Вот. Вот такие вот два крабика, короче, потом это все дело засуну назад. Гнездо 5,5 на 2,1. Это под блок питания, где он есть, кстати, надо проверить, он влезет вообще сюда или как. А, не влезает. Тут, значит, надо 5,5 на 2,5. Ну ладно, у меня есть переходнички. Во всяком случае, это вообще не проблема. Абсолютно не проблема. Надо было... Да, я еще как подумал, надо было на 5,5 брать. Ну ладно, ничего страшного. Потом, два взял много оборотистых потенциометра. Вот таких тоже у китайцев. Заказал с вот такими вот крутилками. Ну, буду с помощью них собирать. Посмотрю, как это все будет. Должно завестись. Посмотрим. Вот так. Так. Ну и что еще? Кнопку двухконтактную. Вот такой вот самая обыкновенная кнопка. И вот такой вот зажим. Быстро зажимной аудио для проводов. Скажем так, самый раз, самый дешевый. Что-то у нас я за 20 рублей его что-то купил. Ну, самый простенький, короче. Так, корпус будет от старых древних часов, которые уже сдохли давно. Здесь есть прорезь вот такая вот. Видите, я вот туда внедрю вентифлятор. Будет у меня тепло отводить таким вот образом от платы, потому что вот этот чип на вот этой вот плате, вот этот, он сильно очень греется, надо будет на него ставить радиатор. Радиатор тоже купил, сейчас покажу. Вот такой старый корпус от старых часов, вполне себе нормальный корпус, не сильно большой, не сильно маленький. Вот сюда я и внедрю все вот это вот, все вот эти вот дела. Вентифлятор от старого какого-то процессора. Где-то я его взял, я уж не помню где. Валялся он у меня все. Ну, вроде крутится, я его еще помажу. Сниму с радиатора и наклею, не наклею, а на саморезы, на те же самые прихреначу корпусу. И вот такой вот маленький радиатор. Это вот именно на чип. Я его присобачу, если присобачится. Ага, присобачится. Вот так вот. Вот так вот. И будет у меня он тепло отводить. Этот радиатор. Должно работать, теоретически. А там посмотрим. Если не бабахнет. Так, вот такой вот экран. Здесь у нас показывается и ток, и напряжение. Вот такие вот. Чпоньк, проводочки. Все, вот как-то так. Ну что, буду сейчас запаивать. И пожелайте мне удачи. Надеюсь, заведется. По пути буду что-нибудь показывать. Итак, пришлось варварским методом вырезать отсек под аккумуляторы.
корпусе, потому что он мешал, так как то место, куда я собрался ставить вентилятор, вот здесь вот решетка такая сетчатая есть, она была прямо напротив отсека под аккумуляторы и мешала. Если ставить плату прямо на отсек сверху и сверху еще вентилятор, крышка не закрывалась, пришлось вырезать. Но благо с обратной стороны была вот такая крышечка, и здесь осталось штатно. То есть хоть и варварски, но я попытался максимум сохранить, чтобы крышка закрывалась. То есть клац, все. Я сюда налью термосоплей или быстрого клея, чтобы оно не открывалось. Вот так вот. И я вот сюда вот помещу тыкс, часы, сверху винтифляфтер. Вот так. Тык. И он будет отсюда выдувать горячий воздух, то есть оттягивать от чипа, от радиатора, который будет вот здесь вот стоять. Вот так вот. Будет замечательно. Корпус офигительный получается. Продолжаем. Так, сейчас буду выпаивать вот эти вот два потенциометра. Впаивать свои. Итак, выпаил потенциометры. Выпаивать не так сложно. Нагреваешь с обратной стороны. Вот такой штукой достаешь полого, и они просто буквально от руки вынимаются. Там чуть-чуть пошатать. И все вынимается, в принципе, нормально. Так, теперь все надо запаять проводочки маленькие. От витой пары. Можно. А можно от чего угодно. Можно компьютерный шлейф распотрошить. Можно. Ну, у меня есть витая пара, я от витой пары сейчас отхреначу. Запаяю. И вот на эти потенциометры уже дальше оно пойдет. Вот эти провода, они пойдут вот на эти потенциометры многооборотистые. Итак, запаял провода на место потенциометров. Таким вот образом. В общем, дальше буду, наверное, в корпус все это дело попробовать ставить. В корпусе надо будет проделать дырки. Покупал я в свое время, наверное, рублей в 300 мне вышло вот такое вот ступенчатое сверло до 32 размера. Хорошее, нехорошее, хрен его мама знает. Будем посмотреть. Готовим корпус. Итак, чуть-чуть подрезал корпус, но подрезал хреново, короче, через жопу буду, наверное, переделывать. Корпус какой-нибудь другой возьму. Нечего было резать, паяльником обрезал, короче, под этот, под дисплей место. Ну, хрен с ним, ладно, это, в принципе, не критично, на скорость не влияет. Нормально, внутри получилось вот как-то так. Сверлом ступенчатым здесь вот дырку сделал. Вот так вот получилось. Здесь получилось аккуратно, и здесь получилось аккуратно с кнопкой. Как-то так. И... буду, в общем, дальше сейчас ковырять. Тут провода уже вывел, все, вот это все. Сейчас буду ставить плату. В общем, всю херню. Итак, собрал. Вот что у меня в итоге получилось. С максимальным использованием термоусадки, естественно же. По-другому как. Так, сейчас я принесу, короче, блок питания, который вилка, штекер, который влезет вот сюда, и буду пробовать его включать. Ну, если не бахнет, значит хорошо, а если бахнет, ну не поминайте лихом. Первый раз такую серьезную хрень делаю. Сейчас приду. Итак, что мы имеем? Имеем вот такой вот блок питания. Вот такой вот замечательный блок питания. Он имеет на выходе 20 вольт и почти 5 ампер. Ну, этого за глаза должно хватить. Для того, чтобы все это бабахнуло. Так, ну что? Так, это мы сейчас уберем.
уберем подальше нахрен. Так. Вонзай. Так. Ничего вроде не случилось пока. Второй момент. Включаем. Так. Ну, с Богом. А, работает! Эта хрень работает! Так, погоди, стоять. Что-то горит. Зелененькая лампочка и красненькая лампочка. Ничего вроде не пахнет. Так. Вольты. 1.39. Так, вот это вот ничего не делает. Это что? Ага. А, вот. Это значит на 0. А этот у нас увеличивает. Получается. Вольты. Не увеличивает. Что-то я не так припаял. Так. Что-то потенциометры не работают. Красная лампочка погасла. Странно. В крайнее положение, если чик, красная лампочка загорается. Чуть-чуть раз, она гаснет. Что-то где-то я накуролесил. Что-то где-то не так. Сейчас буду разбираться. Расскажу тогда, что случилось. Разобрался. Все у меня здесь правильно. Ну, я только не знаю, почему это так работает, но тем не менее оно так. То есть, вот минимальный ток получается 1,2 вольта. Если я вот левый потенциометр влево до конца крутну и загорится красный светодиод, то крути не крути, потом ничего не меняется. И если левый потенциометр я буквально чуть-чуть сдвину с места и красный светодиод вот тыкс, погаснет, то все, я могу регулировать, значит, вольты. Вот такое, блин, кино. Как мы делали кино. Вот это снизу нули, это... Сейчас оно показывать ее не будет, потому как, насколько я понимаю, это напруга. То есть это ампер... Амперы, сверху вольты, снизу амперы. Блин, я такой человек, что я хрен могу понять. Не электрончик я ни хрена. И даже не сантехник. Но вот, тем не менее, вот как-то так. Так, сейчас прикручу остатки. Так, выключается он на 0, естественно. И тыкс. Все. Сейчас я сделаю себе краба вот сюда. И попробую что-нибудь включить. Телефон тот хочу попробовать включить. А, ну также надо же его закрыть. Корпус-то сделать-то надо нормальным. А я его хочу сейчас... Камера, бля, такое себе. Я его сейчас закрою, вентилятор, вот эту хрень. Я посажу на термосопли, сюда радиатор, вот этот вот. И все должно работать. Будем пытать дальше. Оставайтесь на связи, не пропадайте, не выключайте. Так, ребята, то, к чему я шел, в итоге... Не получится нифига, потому что я у мамы рукожоп. Чтобы включить телефон, нужно знать, где у него, какой из контактов вот этих вот, какой из них плюс, а какой минус. Если перепутать, можно спалить плату. Тестер у меня есть. Вот он, тестер. Но дело в том, что когда я крайний раз им пользовался, я забыл его выключить. И как вы думаете, что произошло?
Ну, естественно, сдохла, блядь, батарейка. То есть я не могу сейчас прозвонить плату, где у нее плюс, где минус, потому что у меня нет тестера, потому что у него сдохла батарейка, другой у меня нет. И я, если даже припаяю вот эту штукенцию, я не смогу проверить свой блок питания, который я, собственно, и покупал вот это вот американское блок питания, куда я покупал вот этот конденсатор. Я тоже не смогу его проверить, потому что, блин, опять же, нет тестера. За тестером пойду только завтра. Ой, за тестером, за батарейкой в тестер. Так что сейчас покажу, как работает. Вообще, в целом, лабораторник работает. Все с ним нормально. Никаких он не выдает мне фокусов. То есть, смотрим. Так, где она тут есть? Вот она. Так, включаем. И вот смотрим. Вот у него 1,21 минимальный вольт. Регулировкой правой можно добавить или убрать. Чтобы зарядить, допустим, литий-ионный аккумулятор, банку литий-ионного аккумулятора, делаем так, к примеру. Одна банка литий-ионного аккумулятора у нас емкостью 4,2 вольта. Мы выставляем здесь 4,2 вольта. Тык-тык-тык-тык-тык. 4,19. 4,19. Два краба друг на друга замыкаем. Тык. И выставляем ток, с которым у нас будет заряжаться наша банка. К примеру, ставим 1 ампер. Все. Тык. Здесь я уже немного сбил. Дернул не ту. Видели, да? Все. И замыкаем плюс на плюс, минус на минус, на банку, и аккумулятор заряжается. Соответственно, если нам две банки надо зарядить, два аккумулятора одновременно, допустим, литий-ионных, то ставим не 4,2 вольта, а ставим 8,4. Соответственно, да? Да, естественно. 8,4. Куда не надо 8,8. Оп. 8,4. Также замыкаем. И здесь выставляем уже... ну вот он нам поставил, в принципе, нормальный ампераж. 1,5 ампера нормально будет заряжаться. Вот так вот это работает, штукенция. Так, где-то у меня был маленький моторчик. Маленький моторчик где-то был. Сейчас найду, принесу, секундочку. Вот такой у меня моторчик валялся. Валялся. Это игрушечной машинки. Я не знаю, насколько он вольт, но тем не менее. Ну, как пример, грубо говоря. Допустим, включаем. И вот таким вот образом, раз, там 1,2 вольта у нас показывает, моторчик поехал. Вот 1,2 вольта. Соответственно, если мы добавляем, и потребление он 3 ампера показывает. Если мы добавляем, то есть он, получается, крутится хуже. Вот таким вот нехитрым образом. То есть он потребляет этот моторчик столько, сколько ему надо, ни больше, ни меньше. Так что вот такие вот дела. Вот так это работает, друзья мои. Ах ты, зараза. Что ты будешь делать? Сейчас я тебя закушу. Откушу тебя. Вот, теперь он крутится в другую сторону. Плюс с минусом поменяли. Вот. Можно чуть его помедленнее сделать. Он будет. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Вот еле-еле-еле-еле. Вот еле-еле-еле крутится. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Вот, господа, вот так. Работа. То есть. Можно запитывать всякие светодиодные ленты,
Ну, кому что надо, кому-то телефоны включать. Им даже аккумулятор автомобильный можно заряжать. Нежелательно, кстати, но можно. Если прям какая-то такая прям сильно острая необходимость, то можно и аккумулятор зарядить этой штукой. Так что вот такие вот дела, ребят. А, еще по поводу крышки. Я же у мамы рукожоп, блин, я же это самое, аккумулятор-то я угреб. У меня нет тестера теперь, я не могу проверить, где здесь 5 вольт и подключить, то есть я приляпал его на сопли вентилятор. Здесь вот, то есть вот он, его видно. А, но я не могу его подключить, потому что я не знаю, где здесь 5 вольт, чтобы его включить и чтобы он выдувал отсюда горячий воздух от этого радиатора, от маленького. Вот это, кстати, не нагрелся вообще. Но это только потому, что никаких особых больших не было. И елки-палки, я не могу его подключить по одной простой причине, что не знаю, где тут 5 вольт. Потому что не работает тестер, потому что сдох аккумулятор на тестере. Круто! Вот как-то так. Аппарат получился рабочий, прикольный. То, что я хотел, того я и добился. Завтра куплю аккумулятор, включу телефон и пойдем испытывать эту хрень. Дальше. Ребят, кто досмотрел до конца, ставьте жирнющий лайк. Пишите коммент. В этот раз я вышел победителем. Ничего у меня не сгорело в этот раз. Все. Всем пока. Всем спасибо.